Все, блядь, у нас попали в дом. А я на походу. Чи здесь кухня, походу воно горить, блядь. Походу. Походу пароходу летел для метели. Походу воно пиздец, блядь. Пиздец, что там в погребе горит. Да, там в погребе, блядь, склад охуенный вина, походу, там, кажут, блядь, пиздец, короче. Был, но оно уже сгорело. Ну не я, бога, склад подпалил. Не знаю, что подпалил, но оно горит. Воно горить пиздец, бога. Це там до Волга стоїть? Це, короче, там у нас війна така, їбать, урод, танки пуляють, нахуй. А там удовольствие прийти. Ми тут знімаємо відео, скидай відеосйомка. Це нас тоже, такой наш домик, блядь. Он тоже был стрелян, мы тут живем в подвале, короче. Зона вторая точка называется. Первая точка, дальше я живу. Ну, жил. Тут меня на время кинули сюда. Тут все у нас такая херня. Ваши все, что можно, ебать. А ты там твой подвал у нас. Внизу. Сверху разъем, она все. О, стирка, хуирка, там все, короче. Там дом не достроен, но дальше там красный. Все такая. Все развалено, блядь. Вот взяли машины нормальные, наверное. Вот там тоже крыши нема, блядь. Халупа разъемана. Вот это желтый дом мента какого-то. Кажется, днем стирать нельзя, типа, но он уже раздебашенный нахер. А он у нас блокпост, но его тоже раздебашили, как сегодня ночью. А тут дом второй наш, нахуй видно, это солнце, ну, я потом покажу. Да. Жили, типа ехали, и наконец мы приехали, блядь. Ветер плюс, чую добрый. Два на четыре. Вот какая тут фигня, короче. Вот такая тут херня называется. А это наши дрищи, блядь. Маджа. Маджа, память, ну, вот он. Сейчас будешь снимать еще. Тетрис плюс, это дрич наш малолетний. Наш дрич малолетний. Да, Воха? Да. А это у нас Воха, типа замок, короче, фраер, блядь. Том ты фраер, блядь. Зубами словил. О, он тут зубами, короче, ну... А может он волну поменял? Ну может, хуй. Сейчас режу воду. Это наш типа бык. Плохо, трич тоже. Опа, ебашит, как что-то там, где там ебашит, не пойму, где такая. Бутыльки наши. Бутыльки с вином горят. Да, точно горят. На, ты же сказал, что это бинос. О. А это наше... Такое охуенное большое оружие. Вася уже пришел. Называется снаряд. Да. Да, пошел. Сказал ему, как позвал. Тишина. Да. Тишина, называется тишина. Называется оно шайтан труба. А сейчас он будет пулять. Откуда будет? Что вы все сгрузили? Это его типа зажигатель, блядь. Ну куда? А где у нас? Ты же бачишь, вон эти дарасы, это много. Ох, а если я пойду с этого хуйну, с БКМа? Не надо. Не, с этого, как оно? Ты понял, что Якова называется? Ну то. Чушь, Яков называется тут. Буду грузин, Якова называется. Тимбур, чушь? Тимбур, это БКМа. На Тимбур иди. На Тимбур иди, если тебе пусть пацаны пострадать. Да. Куда Воха еще? Воха. Где ты стреляешь? И умыты смех из ракеты. Стреляй, иди с кадра. Так ты не задолбай у меня, блядь. Я тоже снимаю. Походи в дома.
Это мы снимаем. Скрытая камера, гадит. Да мы снимаем нормально все. Мы будем. Я знаю. Мы тут у нас воронка. Воронка пиздец. Глубокая нахер. Открываем рот. Сейчас будет взрыв, пиздец. Внимание, блядь. Сейчас будет громко. Вы, блядь. Так ты выстрел. Готов. Готов. Давай, посрали уже, блядь. По красоте. А пиздец, козел, блядь, это мужики. Вы будете там сейчас пизда, ответка прилетит. Вася, ёбаный, что ты заключил, падла? Вы там, вы что накажете? Куда вы даже накажете? Вася, прыгай, мне сейчас прыгай за лебеди. Это наш Маджа. Да, Маджа? Базара нема. А это наш бык. Это я повторюсь, да. А это наш мини-тетрис. Автоматы показаны. А что ты говоришь? Да ну нахуй сейчас. А вот это мое блядское оружие, смотрите. Вот это мое блядское оружие. Называется... Это я озвучу. Нет. Вот это называется мое... Сейчас я покажу. Это зиму полным большим фоном его. Это беспонтовый дятел, короче. Он долбит от долгу не мать ублядь вообще, блядь. Это мое оружие такое. Супер оружие. Я ж типа супер водитель, блядь. Ладно, остальное потом сниму. Это будет мой фильм, короче. Фильм о пиздец охуенном. И вообще, запомните, это мы находимся... Мы находимся в элитном районе, в самом элитном районе Донецкой области. Это пиздец, Пески называют. Когда-то были Пески, там был дальше фонтан. Это поближе. Да, вот это фонтан, там мраморный выложен фонтанчик. А это у нас батюшкин дом. Тут батюшка жил, там такой кучерявый дом. Это кухонька дальше, там пиздец, халупа стоит охуенная. Ну, потом, ладно, потом покажу я вам все это. Ну, это тоже с батюшкиной голубой, блядь. Ты забежи там. Ты наш что, врач. Все, там, всем пока. Всем пока. Я потом вам... Остальное потом продолжу вам. Это будет мое кино. Супер кино. Супер боевик даже. Нет, ну Кирилл, не сказали, это будет блокбастер. Да. Ну что, всем пока. Всем пока.